Ох, голова, снова она у нас болит. Пора выпить лечебную микстурку. Есть ли она у нас или нет? Так вот, была бы она еще, надо найти. О, я нашел выход. Насадить себя на крюк? Да, типа того. Я думаю, наши зрители не одобрят такого поворота. Все хотят спасти девушку. Ну тогда вперед. Кстати, с вами Лиса и Йорик. И это канал We Love Play. И мы продолжаем Made of Scare. Будем искать цилиндры. Кстати, помнишь, что было в прошлой серии? Мы искали осколки эти. Помню, я помню, что там была серия в стиле Форт Боярда, когда были стены убийцы, которые сжимались. Да, мы взяли один осколок и соединили. Или нет еще? А нет, вот он у нас. Вставляем все. Вот смотри, даже трещинки нету. Угу. Четко, да? Тут уже собрано. Так, всего осталось еще два. И где же они могут быть? Так, ну давай посмотрим. Вот слева мы там все ходили в прошлой серии. А вот справа мы еще не ходили. Мы открыли дверь. И начнем поиски именно там. Ну идем, посмотрим. Да, тут у нас еще ходят недобрые соседи. А точнее жильцы. Деды. Так, кажется, тут мы были, да? Точно, вот мы подобрали здесь один. И провалились потом под пол. Именно там была у нас комната пыток. Значит, нам здесь больше не нужно. Пойдем смотреть дальше. Как ты думаешь, здесь будет какой-нибудь босс? О, ну, наверное, в конце игры, так точно. Идем, не бойся. Господи, вон он идет один. Патрулирует. А если он пойдет сюда? Ну давай посмотрим. Что-то он какой-то кривой. Потому что он много сидит за компьютером. Разве ты не так же сидишь? Нет, у меня всегда прямая осанка. Старый пень. Вот он, да, старый пень. Закрыто? Да, какая-то кладовка странная. О, что это было? Помнишь, это одурманивающий какой-то? Да, ну значит будем держаться от него подальше. Эликсир. Так, ну вот мы идем внизу. Зеленая дверь. Комната сохранения, отлично. Поближе сохранимся. Я разочарован в этом ребенке. Ее наглость погубит всех нас. Мы стоим на краю пропасти, но выход есть. Закованная в цепи в пещере. В ожидании того, когда я сжалюсь, чтобы освободить ее. Ради чего? Ради того, чтобы Элизабет отказывалась петь ее песню? Я не прошу ее возродить рабский культ моего отца. Нет, просто помочь снова открыть отель и восстановить его величие. Величие нашей семьи. Все, что ей нужно делать, это петь. Привлечь их сюда. Если не с ее помощью, то как? Должен быть другой способ. Может быть, использовать мои записи? Но как направить, использовать эту силу без певца?
И снова тут все связано с музыкой. Они просто разгадали тайный секрет, как призвать посетителей в этот отель. Какая музыка должна играть, какой тональности. Может быть, мы можем чем-то призвать кучу посетителей к нам на YouTube-канал? Да, может, для этого нужно всего лишь спеть? Пой. Спой мне еще. Не, у нас слишком мало подписчиков, чтобы нам петь. Вот когда-нибудь, может быть, мы споем. Давай на 100 тысяч подписчиков мы что-нибудь споем. Хорошо. Вообще, базар ноль. Как нифиг делать. Споем на ура. Опа. Музыкальная шкатулочка. Какой-то кубик. Так, что у нас тут ничего нету рядышком? Бери, бери, не тяни время. Вот мы наверняка сейчас провалимся куда-нибудь. Это ловушка стопудово. Черт, газы! Вот он, скунс, а? Где противогазы? О, у нас сейчас галлюцинации будут. Такс. Как-то темно вокруг. Думаю, нам нужно идти на звук. О! Меня кто-то бодает сзади. Лошади, что ли? Так, что тут? Окей, активируем колокол. Так, идем на новый звук. А, да, теперь какой-то другой звук. Идем на него. Ястреб. Да хватит там. Толкаться, блин. Может быть, его можно тоже активировать? А, ну да, ты права. Ну, я и говорю. Я думал, ты в кроликах. Не-не-не, конечно не. Да хватит там тискаться. О, мадам. Кто-то пишет. Да пошли вон, кони. О, друг. Ты тоже, да, тут не прошел? Надеюсь, нас ждет не такая же участь. Такс, музыкальная кукла. О, какое платье. Ты хочешь себе такое? Да. Ё-моё. Где голова? Такс, это ноты. Матильда Нортон. Мы находим часть музыки. И, скорее всего, будем это петь когда-то. Так, прочитать тут ничего не нужно, да? Ну все, да. Путь к двери открыт. Так, где мы теперь? Пыль, задерживай дыхание. Погоди, нам надо узнать, где мы. Мы взяли ноты. Так, с этого мы что-то вернулись в туда, где вы уже были. Странно. А что, если открыть опять дверь? То же самое. Ну окей, возвращаемся тогда.
на исходную позицию, где мы начали все обследовать, вот ту правую часть. Ну все, мы забрали ноты, прошли путь, теперь можем идти дальше. Ну пошевеливайся давай. Блин, дать бы ему пинка под зад, что ли, чтобы поторопился. Мы ходили направо, теперь можно пойти налево. Дыхание. Да, давай попробуем так. Библиотека и комната 109-110. Нужна ли нам библиотека? Мы хотим что-нибудь почитать. Вот, дверь есть у нас, но ключа подходящего нет. Тогда идем дальше. Ну, мы тебя запомнили, запомнили. Если что, мы знаем, где есть дверь. Так, еще одна кладовка. Что-то у нас совсем все плохо, он так болеет, звуки издает. Блин, когда мы уже поправимся, нам нужно срочно найти бутылек. Эликсир здоровья. Неужто нам это все слушать? Давай уже найдем какую-нибудь бутылочку с лекарством. Меня очень напрягает его скулёж. Мандраж. Ну, это уже зависит от разработчиков, куда они тут поставили. Так, что у нас тут? Сколько их ходит, а? Шаги-то слышны так. Наверняка в эту бытку нам и надо. Там еще одни ноты, что ли? Дергай. Так, тут лампочку, что ли, надо ставить? Ага, нужно найти ее. А, нет, это нам нужно активировать рубильники, помнишь? И также дверь открыть. Наверное, она на втором этаже. Пойдем посмотрим. Тут мы, видимо, вернемся туда, где были, да? Да. Так что там нам делать нечего. Так, вот он и первый, да. Рубильник. Ну и все, видимо, нам нужно вернуться и открыть дверь. Блин, надеюсь, отсюда не пойдет. Светится, светится нам. Ну и все, нам нужно туда пойти и открыть. Хотя вон, смотри, там еще один. Надо же, надо пойти и тоже его активировать наверняка. Угу.
Подожди, а тот-то прошел? Дедок? Нет, он там ходит еще. Надо как-то тут спрятаться, чтобы он прошел. Так он же, наверное, сюда пойдет. О! Смотри, что вижу! Бутылек! Да неужели, ё-моё? Ура, мы выздоровеем! С облегчением тебя. Праздник. Видишь, он сюда идет. Блин, ну давай тогда обходить его, что ли, с той стороны опять. Нет, это еще внизу бродит. Мы можем сейчас попробовать активировать. Ага, вот видишь, вот и еще нужен один, второй. Угу. Он перед тобой. Задерживай. А нужно ли вообще задерживать дыхание? Может, это только от пыли? Да, они слышат. Но мы же не должны громко дышать. Так, ну ладно, идем активировать второй рубильник. Он уже сюда пришел. Он уже далеко не уходит. Он сюда идет, потом возвращается обратно, потом идет в ту сторону. Ну, жди, подожди. Не-не, ну иди назад. Сейчас он, наверное, пойдет налево. Тебе нужно... Подожди, нет, стой. Стой. Нужно вот дождаться, пока он дойдет до конца, потом вернется, пойдет к лестнице. И когда он пойдет к лестнице... А, нужно пойти... Или туда. Подожди, посмотри. Вот, есть новая тактика. Пойти за ним. И налево повернуть. Там же есть куда сесть. Ты же веришь мне? Не особо. Ну да, хотя обычно все мои планы косячные. Смотри на него. Мы не обожгемся об эти свечи? Пердак свой наш не подгорит? Если что, у нас есть вот этот колобок. Оружие. Мне пригодился, можно идти. Ура, идем активировать. Опа, нифига себе, у него что, жопа, чуйка сработала? Он умеет читать мысли. Окей, погнали. Отлично. Тут закрыто у нас. Иди, иди. Да, да, да. Скорее иди, пока он снова не вернулся. Быстрее, ну, точнее, быстрее не надо, просто иди. Сзади. Все. Ага, ха-ха, как мы его обманули, да? Угу. Блин, вот игра, тут один сплошной стелс. Как мы вообще выбрали такую игру со стелсом? Ведь нам обычно стелс не очень нравится, но... Он получается, и это даже приятно. И все сбегутся и уничтожат нас. Да, думаю, очередная ловушка. Посмотрим, что там у нас. О, так это... Это не нота, это сломанный герб. Остался найти еще один.
Так, ну что, пойдем по этому пути. Посмотрим, что у нас, что мы тут могли еще пропустить. Тут уже завалено, да? Окей. Смотрим карту. Вот мы тут еще вроде направо не ходили. А нет, тут-то мы как раз и были. Нас тут поразили газами. Ладно, пойдем искать еще комнаты, в которых мы не были. Мы, в принципе, можем сохраниться по дороге, чтобы... Вот, кстати. Отлично. Да. Чтобы не потерять прогресс в случае чего. И куда нам теперь идти? Может, нам нужно в этот... В это облако газа? Что-то меня одолевают сомнения. Так, тут дверь так и стоит. И ключа у нас таки нет. Тут ничего не изменилось. Так, вот тут мы, кажется, не ходили направо. Мы же не ходили тут направо? О, да, мы тут не были. Давай смотреть, что тут. Еще одна ловушка. Ну, посмотрим, что там. Быстрее, быстрее. Карта. Открыли правую часть. Так, вот у нас... Тут запертая дверь. Смотри, у нас знак вопроса, вон, видишь? На той стороне еще. А ничего себе, да. А что она означает? Мы там могли что-то пропустить? И впереди там еще у нас тут какая-то комната. Что-то есть, но что именно? Что это было? Ого, горячая ванная. Хочешь такую принять? Ну, если только после холодной прогулки. Блин, как это потушить? Ага. Давай перекроем. Господи, горячее! Ой, я неловкий. А ты знаешь, я подумал, что это мы вообще взрывчатку активировали с таким звуком. Растяжку. Что мы взяли? Да эту музыкальную куклу. Она как бы коллекционка, что ли, предмет какой-то. Так ну что, остается нам идти на тот знак вопроса? Идем. Другого варианта нет. Ну да, посмотрим, что мы там пропустили. Тоже эта мелодия поет. Там тоже, что ли, это музыкальная кукла? Ладно, найдем ключ, так узнаем. А та дверь не открылась, помнишь? Хм, какая дверь? Фу! Там, где решетка была сзади. А, ты про этого? Нет, там так и есть решетка. Кстати, это же, откуда мы помнишь, из той комнаты пыток выбрались? Это же вот это место точно. Давай поставим осколок. Да, давай. Соединим. Окей, остался один. Ты знаешь, мне кажется, их больше гораздо, нет? Да, нет, все. Все четко у нас. А дальше? Дальше уже собранные. Угу. Кстати, а тут мы были? А, да, точно, мы были тут еще в прошлых сериях. Идем к знаку вопроса. Как будто двери нам открылись. Нифига, да, они чуют. Он как бы выходит нас встретить, с нами поздороваться.
Открой карту, куда нам нужно идти. Да вот она справа. Угу. Куда-то направо. Давай пошевеливайся, господи. Ходят как черепахи. Ну это помнишь, мы тут были, мы смотрели этот корабль и колокола. Подожди, не звони. Тут надо что-то сделать. А, так погоди, вон осколок, видишь? Нам нужно с помощью этих колоколов спеть эту же мелодию, которая тут, смотри. Да. Дынь-дынь, дынь-дынь там. Динь-динь. Ну давай, да я запомнила. Да ты запомнила, но надо как-то еще раз. Так, самый маленький, такой самый звонкий, а самый большой, самый басистый. Давай-ка мы еще раз. Послушаем. Но это совсем не то. Вот последний такой басистый, а перед ним был такой звонкий. Значит, смотри. Последний, последний. Нет, первое это последнее. Ну-ка еще раз давай. Давай-ка еще раз послушаем. Да, да. Вот, все, все, понял. Сначала посередине, потом по краям. Сначала идет менее звонкая, потом самые звонкие, самые басистые. О, господи. Мы тут ничего не делаем. Ничего. Лучше подождать, давай, да? Давай подождем, пока он выйдет. Вроде все. Ну все, рискую. Более звонкие. Вот, смотри, четко. Изи. Ура, вот он, последний кусочек. Мы теперь можем пойти и вставить его. И посмотреть, что там должны ворота открыться, видимо. Блин, а ну они как всегда не вовремя. Он сюда пойдет. Ну тогда вернемся и найдем обходный путь. Так, вот тут можно выйти. Чё-то их тут как-то много стало. Проходной двор прямо. А чё он такой голенький? Жарко тут, жарко. Растопырил тут свое тело. Давай вставим. А потом, если что, беги, беги сохраняться. Ой, да, чувствую, что мы сейчас вставим осколок, и все, они точно сбегутся. Что происходит? Что? Господи, что? Вон открытые ворота, бежим. Врубай, врубай эту штуку. Господи. Прям под сарку ударили. Уходим. Нет больше места. Перегруз с вами.